И, ребята, в общем, мы возвращаемся. У нас очередной конкурс. Очередной крутой конкурс на 6 часов. Как я и говорил, как я и обещал. Конкурс у нас называется «Последний герой». А потом у нас дальше еще есть танкобол на 19.00. В общем-то, снова комментирует судника Ваня. За картинкой снова рефер Ваня. Да, всем снова привет. Да, вот так вот. Конкурс «Последний герой». Осталось понять суть конкурса. А какой ты там промо показывал? Ладно. А какие правила в конкурсе? Ты, Кирюх, знаешь? Сейчас скажу. Ладно. Сейчас я скажу. Так, в общем-то, ребята заходят на вас по изидах. Запрещен модуль с защитой от рельсы. Диапазон звания от сержанта до легенды. Карт ДМ, формат паркур, количество участников 6. Переодевание припасов выключено, все остальное... переодевание припасов включены, все остальное выключено. Значит, правило. Организатор дает команду старт, делая выстрел из рельсы по участникам. Участники начинают искать установленные мины и подрываются на них. Количество мин меньше, чем количество участников. Участник, которому не хватило мины, выбывает из конкурса. Ну, а побеждает последний, подорвавшийся на мини игрок. Понял, да? Этот прикол. Что это вообще такое? Можно еще раз, пожалуйста? Можно. Давай. Сейчас я только скину. Ты думал, я буду читать, что ли, второй раз? Нет, я согласен на ссылку. И ты что, попугаешь? Сейчас я скину. Сейчас все будет. А почему не закреплю? А, нет. Вот, все. Попугай сидит в лукошке, поколбасимся немножко. Мы играли и плясали, мы водичку все глотали. Именно так. В общем-то, ребята, могу скинуть вам тоже ссылку на конкурс. Вроде бы по ссылке. Вот, да, тут по ссылке. В общем-то, вот. Побеждает последний, подорвавшийся на мини-игрок, что? Я тоже не понял, но все равно мы понаблюдаем. А как это работает? Сейчас посмотрим. Я просто этот момент вообще не уловил, то есть ты типа... Я не понял, нифига. Ладно, гоу. Будем смотреть. Сейчас надо еще снять резист от мины, от рельс. Так что все нормально. Будем смотреть. Слишком быстро игроки зашли. Да, Хаммер, ты не успел. Ну, бас. Тут написано от сержанта, они создали атлета. А что, в смысле? Что, серьезно, что ли? Не может быть такого. Ты прикинь, Ваня, да? А ну-ка, сейчас мы разберемся с этим делом. Где наш организатор? Ждем. Спросил я. Сейчас узнаем. Так, надо мне заново зайти на карту, а то я немножечко пропустил. Почему не до сержанта, а до лейтенанта? Не, а от, наверное, сержанта, а не до. Ну, я не знаю, мы сейчас этот вопрос уточним. Точнее, я уже уточняю его. Так, а что по минкам? Где минки у нас, слушай? Куда они делись? Нет, на смоке нельзя, только можно на изиде. Так, ладно. Я не понимаю конкурс. А, у меня голова не работает.
Ну, типа, короче, они катаются, и кто Я это последний. понял, да. Кому не Вот. хватило минки, тот выбывает, да, из конкурса. И типа с каждым разом будет устанавливаться все меньше и меньше минок. В итоге в конкурсе должно остаться, я так понял, два игрока и одна минка. И кто первый, кто попадается, тот и побеждает. Там так было написано на форуме. Походу. Ну, посмотрим. Что сказать? Ну, Что иначе. сказать? Я просто не А знаю. тут, Мне, по-моему, кстати, организатор не написано, отвечает. вот. Участник, которому не хватило мины, выбывает из конкурса, побеждает последний подорвавшийся на мини игрок. То есть, да, вот, ну это все так, как я объяснил. В общем, стоят минки в количестве 5-6 штук. Вот, сначала 6 штук минок. Вот, организатор их ставит. Вас по изиде должны доехать до своей мины. Та изида, которой мины не хватило, выходит из конкурса. С каждым разом мин все меньше, игроков все меньше. В итоге останется два игрока, две васпа изиды, и им нужно наехать на мину. Так. Проехал мимо минки парень с Killfrom Rain, он Wake up. все-таки подрывается. И я вижу Wake up вейкап тоже. тоже. Они могут найти, вон свои две минки стоят, не могут их найти. Fortress и Lin, да? Или нет? Да, блин, все верно. Ну, добивает Killfrom Armenia. Вай какой-то еще на Ну карте у нас вот, минка присутствует. же, Портес, да, красиво нашел минку. Поздравляю. Так, кто у нас? А, минус Лин получается. Минус Лин, ну, уходит он на трибуны. Всем приветики, когда промокодики. Ну, по окончанию трансляции, по окончанию конкурса. А, можно сделать, да, можно это сделать, но я еще так и не понял, из-за чего, почему и как это все происходит, почему написано сержанта, а создали от лейтенанта. Просто и не показано, что это младшее звание. Что, точнее, есть младшее звание. Ну и ладно. Как Просто создать? слуки на раунд. Так, ну, ставит у нас снова минки организатор. В общем-то, поставил он. А, три минки, и теперь старт. Отлично. Дал рельсы, чтобы ребята были сразу же на одну. Подрывались очень быстро. Подрывается вейкап, подрывается. Ой-ой-ой-ой-ой. Видели же минку с Killfrom Armenia? Нет! Нет, все-таки видит, да. Подрывается, остается Портес. Портес был самым последним. Он сейчас идет на трибуны. Скиллер, не надо больше флудить. А тут будет одна карта или три? Ну, будет три карты, но это пока что мы смотрим первую. Я понял. Слушай, здесь какие-то адекватные игроки. Чересчур адекватные. В Кошмар. общем-то, Айвен снова катается, ставит мины. Но, блин, минус в этих минах это то, что когда их ставишь, видно, где ты их поставил. Нет. Думаешь? Давай. Да, мне кажется, да. Вот видишь, Вай сразу на нее едет. Он сразу увидел ее, сразу поехал, и ребята уже знают, где в углу эта минка стоит. Да, и Skillfrom Armenia подрывается. Ну и осталось два игрока, одна мина. Ну, наверное, мне кажется, нужно останавливаться, может быть, даже обмануть, не ставить минку. Вот, и все. Где ссылка? Ссылка есть на форуме. А как уже искать эту ссылку на форуме, вы можете зайти на форум и сами ее поискать. Догадаться. Когда будут писать на почту промокоды из акции, когда будут, тогда и будут. Нужно было читать в теме «Давай дружить танками». А, то через, точнее, да, во время с 23 вроде по 31 в это время будут высылаться. Там это все написано. С какого по какое число. С 23 по 31. Не, больше я больше это повторять не буду. Я не вижу смысла вообще читать больше эти комментарии. А в том, как из промокоде нужно
Промо нужно сначала зарегать почту, а потом доиграть 5 боев до конца, или можно сначала 5 боев сыграть, а потом почту. Как я понял, то, в принципе, это не имеет значения, когда ты будешь регистрировать почту. Сначала писала Фортуна, мол, нужно зарегистрировать почту, и только потом будут учитываться бои. А в итоге сейчас по-другому это все. То есть ты можешь, в принципе, играть, 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 и потом, когда тебе надо зарегистрировать почту, только успеть. Успеть до 23-го. Подрывается у нас скиллформ умения. Да, красавчик. Ждать в конкурсе. Когда будут писать на почту промокоды из акции 2 дрожь танками? Никогда. Я предупреждал, скиллер. Участвует тот, кто успел зайти? Да, все верно, по ссылке. Да, по ссылке участвуют. Кстати, у нас почти 200 человек, значит, мы разыграем 4 плюс 1. А ну-ка, сейчас я кое-что проверю. Угу. Ребята, давайте, если мы сейчас наберем 200 зрителей и 150 лайков, то я разыграю 20 тысяч кристаллов 4 раза по 5. А есть у нас ссылка? Это не Надеюсь, ее последний скинут. конкурс. Это, кстати, не последний конкурс на сегодня. Будет еще конкурс на 19:00. Ну да. В принципе, так что не расходитесь. Так, значит, ссылочку нашу скинут в чат, или мне придется заходить, и потом я уже, когда я зайду, я увижу. О, а там же ссылка в чате. Сейчас отвечу. Вот я сейчас Нет, гружусь на основу. подожди, а ну, у нас только в таблице ничего не записано по поводу 19:00. Записано. А, танкобол. Это та ссылка, Ваня? Да. Да, все та Это все ссылка. ссылка в кланчате. Remember, Димка из Рыбинска, Portisail XX, Wake Up, Капитан Онлайн и Хаммер. Зашли на карты, ну и посмотрим. Жалко, правда, что, конечно, в этих конкурсах участвуют одни и те же люди. Очень редко мы видим новые незнакомые ники. Это, конечно, печалит иногда. Ну, а ладно. Так, сейчас я снова зайду. Но я вижу, что у нас там собралось 150 лайков. Это круто, ребята, красавчики. Но я сказал, если будет 200 зрителей, то я разыграю. То есть 200 зрителей, 150 лайков. 150 лайков мы набрали, остается 200 зрителей. Вот, так что давайте, вперед. Вперед из песни. 154 лайка. Я рад, Виталий Шипин. Я вижу, что у нас собралось 154 лайка, но я говорю, что как только у нас соберется 200 зрителей, то сразу же по таблице, которую вы будете заполнять, я разыграю 20 тысяч кристаллов. Ну да, вот у кого быстрее интернет, тот и побеждает. Точнее, у того. Да даже, ну, компьютера больше зависит, потому что клиент у тебя на компьютере, и чем быстрее тебя прогружает карта, тем ты сам понимаешь. Туня, придут за конкурс дружбы между танками. Промокоды приходят с 30-го, с 31-го по... Боже, я уже сам запутался. Все, Ваня, пусть вот, ребят, заходите на форум и смотрите в теме. Никто вам ничего говорить больше не будет. То есть, если вы задалбываете вопросами по 20 раз, то... 31-го по 3-е. Во. Что? Я не знаю. С 20... Забейте. С 23 по 30. 31 по 3. Где-то вообще эти цифры все. Простите, это просто рандомная цифра, которую я назвал. С 30, с 23 по 30, 31, правильно?
С 23 по 31. Все, мы уже повторять это больше не будем, потому что Все, блин. 22, вот эти промокоды и все призы за конкурс «Дружба между танками» придут с 23 по 31 числа. Вот, да. Не знаю, глючит меня. Все писали, что типа, что это такое, одни и те же игроки, только Портес LXL и Wake Up зашел с прошлой битвы. Нет, так из Remember Да его не было. и Димка из Рыбецки, Wake Up, ну, Капитан Онлайн только новый. Я его раньше не видел на В конкурсе. смысле? Нет, в плане сейчас, в Я... прошлую битву их не было, Так кроме нет. Портеса и Так нет. Вейкапа. Так я имею в виду вообще на конкурсе в целом. А, ну это да. Это понятно. Не игнорьте ПЖМ. Какое звание нужно? Где в... Ну, здесь, по сути, от сержанта, но почему-то создают от лейтенанта, поэтому лейтенант, мне кажется. Ваня просто делает решительно все. Ребят, кому не нравится стрим, крестик в верхнем углу. Повторять больше не буду. Вы не читаете чат. В смысле мы не читаем? Я читаю чат, я тебе сказал, уже ответил. Поэтому так вот. Можете считать, что я хейтер ваш. Если будете всякие глупости, если будете всякие глупости писать, как маленькие дети. Хаммер, кстати, не забрал Минку, в итоге он на трибунах. Мы его поздравляем. Хаммер красавчик. А, ссылка где? Скажите вы. В этом, в разделе конкурсы, в теме Последний герой. И там ссылка есть. В общем-то, снова у нас минки ставятся. Минки поставились. А организатор готов стрелять, давить? Да. Мины в разных местах, он пишет. У всех есть шансы. Ну, конечно же! Они у всех есть, ничего бы их не было. А Легенда 4 можно? Ну, странный вопрос, на самом деле, Миха. Мишак, и после этого ты спрашиваешь, почему мы не игно... почему мы игнорим тебя, не читаем чат? Ну, потому что задавай вопросы корректнее, пожалуйста. Если Ну, легенда, это легенда получается любая. Виталиан, ну, сам понимаешь, взрослый человек не будет заходить на стрим и писать всякие ереси в этом роде в чат. Человеку не понравился стрим, он вышел с него и больше никогда не заходит. А те люди, которые пишут какой-то бред подобного рода, это значит дети, которые, видимо, не умеют еще думать. К большому сожалению. Такое у нас растет поколение. Ну, не все, но большинство. По крайней мере, в танках точно. Следующий конкурс у нас на 19:00, это танкобол. Можем молочко. Какой ты задал По вопрос? поводу... Нет, он написал, ребятки, а там далее в танкоболе младшие составы будут. Я не знаю, какие там составы будут, но там создается звание от определенного... Ой, создается карта от определенного звания. Вот. Мы, в принципе, не так часто транслируем танкобол. И если тут была Надечка, то она бы вам ответила и рассказала про тонкости и мягкости этого конкурса отдельно. Даже, Это может быть, в правда. скайп с ней вышли бы, и она там побеседовала с вами обязательно. Вот. Ну да, я знаю, но... Ну, даже ребенок может быть взрослым человеком. Я к этому имею в виду. Я уже приводил пример, что мне не нравятся апельсины, я их не покупаю. Со стримами то же самое. Нет смысла заходить и... ну, я не знаю. Переигрывает, кстати, The Remember Wake Up, буквально корпусом того толкнув от Минки. И в итоге Капитан Онлайн остается один на один с Wake Up. Не, у нас тут другой тут. Это We Remember.
Нечего винить детей. Ну, нахамила парочка, и вы сразу начинаете винить детей, и не надо отговорок. В смысле, мы обвиняем детей в чем-то? Я вообще ни в чем не обвинял. Я Вы просто сказал, сказали, что те, кто пишет такую ересь, точнее, Ваня сказал, те, кто пишет такую ересь, это дети. Где мы хотя бы раз обвинили их в чем-то? Это их проблемы, если они глупые. В общем, это Минка стоит, я так понимаю, да? Да, Минка где-то там стоит. Я надеюсь, нет, не погибает, remember? У нас остается 0 хп. А Миночка у нас лежит слева. Слева от меня, капитан ее видит уже, капитан к ней приехал, капитан ее взрывает и в итоге побеждает. А когда выдадут промокоды на почту? А никогда. Тёма Кудряшов, красава. Ой, зря я скрыл. Ну, ладно. Да. Ничего страшного. Прости, брат. Если... Нет, это не та, наверное, ссылка, да. Ладно. Еще можно уже форму, кстати, кидать на розыгрыш. Да, почему бы и нет? Потому что Можно. у нас остался последний забег наших вас поезд. Сейчас. Чуть-чуть в чат YouTube не скинул. Да, мажем молочко. Можем молочко. Будет еще танкобол на 7 часов. Было 209, 200 человек и 180 лайков, 202 зрителя было! Было 202, потом 200. Да я знаю, что было, ребята. Я все вижу. Зачем это писать, зачем вводить? Макс Зинькевич, вы заходите на форум, а вообще лучше у нас постоянно в новостях публикуются алерты. И туда нажимаете раздел конкурсы, ищите тот конкурс, который, в котором хотите принять участие, и принимаете. Что не было. Можно модерку? Нельзя модерку. Зачем тебе модерка? У нас достаточно модераторов, которые могут следить. Капитан онлайн Хаммер Димка из Рыбинска Порост С4 2008Q команда нубиков поворот не туда. Заменили у нас 2008Q и еще одного капитана онлайн. В общем, Так кто-то написал, что одни и те же участвуют? Нет, тут организаторы выгоняют. Ну, я видел, 200 было. Я заходил, я видел, было 200. Может, и не отобразилось, но там было 198, дети сразу так 200. Злые вы какие-то сегодня, детей глупыми называете, были бы вы безграмотными, если бы не дети. Что? Были бы вы безграмотными, если бы не дети. Чуть не... Подожди. но Ладно, любой хорошо. В общем-то, когда придут промокоды на почту? Когда придут, тогда и придут. Нужно было читать все на форуме. Где конкурсы для мальков? На форуме они есть. Там диапазон званий присутствует разные. Виталий Шепель, красава, да. Ну, если выиграешь, то дадим.
Не, Дима, статистика может врать. А вот мои глазки, которые видели цифру 202 watching now, то это вряд ли. Виталиана, мы тут не работаем. Хорошо, можем молочко, молодец. Может, сможешь попасть на танкобол. Это было бы очень круто. Это не наша работа, ребят. Чего розыгрыш на канале не проводится? Потому что он будет проводиться позже. Операторы, приветики, приветики! И тебе привет. Кирюха 200 было, а я разве говорю, что 200 не было, что ли? Господи. Я Да ж такого нет. не говорил. Призы за дружбу между танками еще опять же придут с 23 по 31. В этот период всем будут начислены промокоды. Поэтому это же все написано. Я так понимаю, все минки были найдены, правильно? Или Хаммер и Поворот не туда еще ищет минки? Да, ищет еще. Одна осталась. Кто кого выиграет, интересно? Ну, одна минка, ее видят. Ну давай, команда нубиков. Ой-ой-ой-ой. Когда он приехал не сюда, поворот не туда, использовал аптеку. Кружит он вокруг минки. Ты он специально так делает, что ли, или что? А, да, точно, вот она. Ой. Разве ее там не видно? Ну, Хаммер сейчас найдет ее. Хаммер. Направо. Не туда, Хаммер. Не туда. Да, мы здесь просто отдыхаем. Это правда. Почему бы не зайти, не пообщаться с ребятами? Ой-ой-ой, стал... Нет, не толкай. А, видит, да. Скорее всего, заметил. Белка Смэш, у нас нет доната. Хаммер, ну найди ты минку, брат. Ух ты же, ребята, видят. Ну и Хаммер подрывается, отлично. Привет, оператор, как дела? У нас нормально, да. Да, у нас тоже нормально, да. Ссылка на таблицу была? Да, была. Сейчас я еще Да, раз была. скину. Давайте сейчас еще раз скинем таблицу, заполняйте ее, подпишитесь обязательно на канал и проверьте, что у вас ваши подписки открыты. Димка из Рыбинска постоянно играет, но мы рады за него. Так, ну, в общем-то, ребята, у нас снова готовы начать. Чуть-чуть остается, совсем чуть-чуть. Можем молочко. Шестое место это тоже хорошо. На канал надо подписаться. Остается у нас 5 игроков, 4 минки. Минки поставлены. Организатор готов. Ну вообще. А, он хитрый, он вот сейчас не поставил минку. Так, ну я 3 минки из 4 вижу. Поехали! Кто кого опередит? Ай-яй-яй. Но есть еще минки. Да, стоят слева ближе ко мне. Хаммер лагаешь. Да нет, вроде. Ох, ты ж позабирали все минки и теперь Чего 2008 Q, к слову. Она видишь, она возле билборда.
Как же они долго ищут эту минку? Я знаю, что у меня голос похож на Павлика Наркомана. Спасибо. А то мне неизвестно. Но, да, это я. Только не Павлик Наркоман, конечно же. Хаммер нашел минку, все-таки выигрывает последнюю путевку. Ахмед Адаев. Ну, значит, у него самый быстрый интернет. У нас там еще один раз будет, да? Они будут ездить? Или все? А диапазон этого конкурса от сержанта. Они вообще были сегодня? Не понял. Да, вот эта карта от сержанта у нас. Нормально все. Все хорошо. В общем-то остается 4 игрока. Минки ставятся. 4 игрока, 3 минки. Микс Дев, да, действительно. Кто кого опередит? Кто Ой, кого? Хаммер не успевает совсем чуть-чуть, и последняя минка остается. Хаммер, вот она, есть же вперед! Это он сейчас проехал ее, да? Так а рядом? Вообще? А, вот нет. Она, вижу. Нет, это у меня глюки. Ладно. Не, все, там минка есть, но ее почему-то не видит. Ой, взрывается. Хаммер у нас отлетает. Алексей Гусейнов. Это есть YouTube канал. Вот нажмите просто подписаться. Вот сейчас смотрят и просто нажимаете ниже подписаться и все. Микс Дэйв, окей. Розыгрыш сразу после окончания этого конкурса. Остается 3 игрока. Это Порост С4, команда Нубиков и Димка из Рыбинска. Ну, ждем, пока минки будут поставлены. Кстати, две минки стоит совсем рядом. Да сейчас будет розыгрыш, они доиграют и будет. Итак, поехали уже, игроки. Ой-ой-ой, толкаются, заезжают, въезжают, подрываются на одной минке, подрываются на второй. И это Порест С4 вылетает. Остается у нас два. Два игрока. Да, команда Нумиков и Димка из Рыбинска в итоге побеждают. Итак, команда Нубика против Димки из Рыбинска. Одна всего минка. Ну и кто победит в третьем заезде, мы сейчас узнаем. Так, ну поставили минки, все хорошо. Точнее, минку. А вот теперь ребятам нужно угадать, где же он поставил.
Ферокс, нет, я ни одного сержанта не видел сегодня в битвах. Поехали у нас, ребята. Дима из Рыбинска. Едут они налево, видимо. А чё они все туда едут, к этой минке? Они правильно едут. Димка из... Ой-ой-ой, успевает команда нубиков красиво. Поздравляем его. Молодец. Ну и заканчиваем мы этот конкурс. Очень замечательный и супер интересный. Остается нам сегодня посмотреть танкобол. Мы еще должны промокодики разыграть. Да? Можем начинать уже розыгрыш.